Подать заявку на участие в общественно-образовательном проекте «Кубанская школа вожатых» можно на сайте, указанном на экране, или заполнив специальную форму в молодежном центре «21 век». Заявки на первый этап обучения принимаются до 17 февраля. Кто не успеет на первую сессию, сможет заявиться на вторую, которая начнется 12-13 марта. Еще одна операция силами отдела ГИБДД проводится на территории города-курорта Анапа. Условное название – тонировка. Цель данного мероприятия – выявление водителей, разъезжающих с тонированными стеклами. Какие последствия грозят автомобилистам, пренебрегающим правилами дорожного движения, мы поинтересовались у начальника отдела ГИБДД по городу Анапа. К данным водителям будут применены санкции. Это составляется административный материал по статье 12.5, часть 3, прим. 1 за управление тонированными стеклами. Также будут выдаваться требования на устранение выявленных недостатков. В случае невыполнения требования на водителей будет составляться административный протокол по статье 19.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Предусмотрено арест до 15 суток.